Всем привет! 22 января в Сеуле состоялась брачная церемония двух корейских звезд Чхвэтхэ Джуна и Пак Шинхе. Молодые люди начали встречаться в конце 2017 года и обнародовали свои отношения в марте 2018, а в ноябре 2021 года сообщили о будущей свадьбе и беременности. Свадебная церемония прошла в узком кругу среди родных и близких друзей. Из знаменитостей присутствовали Ким Бом, Нам Гум Мин, Нам Джин Хё, Ай Ю, Ли Мин Хо, Ли Хон Ки и многие другие. Известно, что на церемонии для молодых спели их коллеги и друзья. Например, Дио и Краш исполнили для них ост из дорамы «Гоблин», а Ли Хон Ки исполнил ост из дорамы «Наследники». Позже актриса вышла в Инстаграм и поблагодарила всех за теплые пожелания и выложила новые фотографии со своим мужем.